И всем привет, ребят, с вами Хайди, и мы продолжаем играть в Fallout New Vegas. И мы там, где раньше жили подрывники, но теперь они не живут, так как мы их всех вынесли еще в прошлой серии. Итак, мы подобрали немножко барахла на продажу, ну а теперь мы двигаемся дальше, куда шли в прошлой серии, то есть в Братство Стали. Нам надо отвезти Веронику туда. А также посмотреть, что они могут нам предложить интересного в качестве квестов и денег. Ну и награды, в общем-то. Так, мы с Эйвори поспали, у нас вроде бы герой спать больше не хочет. Так что валим отсюда. Ну-ка, что тут можно сделать? Инфицировать. Рециклинг. Рециклинг топлива для огнемета, да? Ха. Окей. Делаем рециклинг энергетических зарядов наших. Сильный заряд. Ну, а почему бы и нет? Все-таки мощнее, он же мощнее стреляет. Ну, а вот так вот пускай будет. Патронов, конечно, у нас очень много. Ну да ладно. Мы выживали и раньше. Кстати, что у нас тут есть? Ну, грязная вода. И еще одна грязная вода. Отсутствие подключения. Зачем у вас включенный... Опа, ух ты, со звездочкой. Зачем у них включенный компьютер, которого нельзя ничего сделать? Ладно, уходим отсюда. Тут еще кто-то есть. Ух, что за звук? Какого черта? Кто у нас тут еще есть? Какие-то недобитки? Так, тихо, тихо, тихо. Ну да, в общем-то. Останки банд подрывников, ух ты. У нее пистолет глушаком. Наверное, все-таки лучше из этого. Окей, я мажу. А у Вероника просто-напросто заливает их. Из своего плазмолива. Маньяк, что с нее взять? Но она, по крайней мере, на их не бросается голыми руками. Так, что у нас тут есть? Блин, мышка. Пистолет с дубиной, надежда, крышки, опять динамит, патроны. Шлем с очками мне не нужен. Такс. Тэшка, господи, я уже даже забыл, сколько мне тут всего есть. Наверное, пускай на семерку постоит. Винтовка Спрингфилда. Блин, 18... 18 динамита. Просто обкидаться ими. Вероника. Нет, к сожалению, нет. Возьмем-ка винтовку Спрингфилда. Пока что. Так, карта. Да. Хайден Вэлли. На в ту сторону. Что у меня? Ну да. Лазерный пистолетик. Ну кто у нас тут еще? Никого не вижу. Ладно, пускай живут. Все-таки не будем же всех выносить. Кто нам попадается по пути, не так ли? Хотя ты посмотри, сколько тут кого-то. Не то, что респаун прошел.
Я же там только-только был. Откуда тут еще кто-то появился? На, собаки. Да, найти. Ох, как хорошо пришло, а. Нет, где там лазерный пистолетик? В нем у нас стоит, по крайней мере, ослабленные патроны. То есть это все они, все, что вот это вот охраняли. Тут даже ничего подобрать нельзя. Ну, что поделать. Да, ты смотри-ка, все у нас враги резнулись. Как будто бы мы их даже не убивали. Еще подрывники. Сломами. Не хватает. Значит, так вот и сделаем. Опа, где у нас что? Опасная бритва. Какой-то опасный. Тело и голова. Кто, блин, там кид... Ты что-то кидаешь... кидаешься? Твою налево. Ненавижу мины. Успел отбегать. А я-то думал, чё же он на нас-то не побежал, он пошел куда-то в ту сторону. Лагерь подрывников. Вот уроды, а. Своими минами. Как же они нам портили жизнь в самом начале. Стимпак. И ты знаешь... Дай, иди-ка сюда. Отдай мне весь динамит свой, который ты раскидываешь. Я думаю, у него он будет в безопасности. Что у нас тут такого? Ментаты. Записка. В описке сказано, некоторые ребята на сервере хотят создать организацию. Мы начинаем думать, что идея неплохая. Нам нужно действовать сообща, если мы хотим выжить. Думаю, и ты замечаешь, что путешественников стало меньше. Если они становятся умнее, надо поумнеть и нам. Молоток. Куски тела. Мина! Я думаю, это тоже кусок тела. Я их не вижу, кстати говоря. Не могу до них добраться и обезвредить их. Да ну нафиг эти мины поля. А то меня сейчас опять начнут оторвать руки-ноги. Так, что у вас тут было? Динамит, крышка. Ну, где у нас еще один был трупак? Ай, ладно. Да откуда? Черт возьми, мины. Ненавижу мины. Такс. Такс. Мы уже почти что рядом. Я надеюсь, кстати, на нас братья стали не наедут за то, что мы таскаем с собой энергетическое оружие. Все-таки технологии, они же собирают технологию времен войны.
Сезам, откройся. И никого. Вот такая беспалевная вентиляционная решетка стоит. И никого вот не вижу. Вот тут Red Scorpion должны быть. Это ты назвал неприятностями, да? Ох, Вероника, оценивай свои силы. Это не неприятность, это так. Тьфу. Так, где у нас тут вход был? Еще один вентиляционное отверстие. А вот он, по-моему, у нас вход. Как раз таки. Запретить бомбы. Любовь, мир. Мир. Все воины это... Да уж. Давай сюда. Я сюда приходим, а там хиппи из Братства Стали. Что за звук? Всегда мне, кстати, нравились вот эти... Что? Всегда нравились такие вот места, именно такие бункеры заброшенные. Даже так? Бункер Братства Стали. Такие баррикады уже стоят на пути. Тут явно живут не те, кто любит мир. Паладин Братства Стали. Listen up. I'm in charge of security around here, and I can't say I'm too happy about having an outsider waltzing around. But since you came in with Veronica, I'm inclined to cut you a little slack. Just behave yourself, and we won't have any problems, okay? Oh, and the Elder's going to want to talk to you. He's on the second level. Just take a right once you get down there. My office is right here in case you need anything. Just ask for Ramos. Окей, смотрю, у тебя Гаусс. Такая дура, блин, за спиной висит. Да уж, Братство Стали. Дверь недоступна. Вероника? Ты куда? Ни хрена себе, она просто почесала. Турель Марк 6. В лазерной турельке. Да, нехило у них это все обставлено. Нехило. Hello. Чё у тебя за пушка? Что за пушка, ну? Бац, работай. Автогаусс пистол. Что за звуки? Видимо, там у них кто-то тренировался, что ли, либо они крыс так мочат. Да, не знаю, это крысы моего братства стали. Не завидую. В доспехах такие. В полных power-арморах.
Ну, приветствую, старейшина. Hello, Veronica. How goes your mission? Well, no, in a second. I wanted to talk to you. Veronica, tell me this isn't about... Yes, goddammit, it is. But you're gonna hear me out this time. We've been through this. The things I've seen now, other groups succeeding where we fail, it's not too late for us. We've outlasted the end of the world. We'll outlast these upstarts. Waiting in a hole for everyone else to die. If we must. This is a dead end for us. I see no evidence of that. Nor do I see anyone out there with a solution to our problems. How could you? You're too scared to look. Let's go. We're wasting our time. Старейшина Макнамара. When Paladin Ramos informed me that Veronica was approaching with an outsider in tow, at first I didn't know what to think. After giving the matter some thought, however, I've decided that an outsider could be of use to me right now. However, I will not force you to help us. Should you refuse, you will be allowed to leave here, though you'd remain Veronica's responsibility. What do you say, outsider? Are you willing to help us? Ну, ладно, я помогу. Then allow me to explain our situation. This bunker is currently locked down, allowing no entry or exit, with you being one of the few exceptions. In exceptional cases, teams are sent out to investigate sites or retrieve materials deemed too important to ignore. Three such teams have gone missing recently, and the news of their disappearance has not yet been widely spread to avoid undue concern. In order to maintain the peace and adhere to the strictures of the lockdown, I need to send someone else to discover what happened to them. У вас, наверное, есть более подходящие люди для таких заданий. The less we're aware of this situation, the better. My brothers and sisters were deeply traumatized by the losses we incurred several years ago. It would be imprudent to worry them unduly without first discovering the facts of the situation. Ну что же, окей, я немедленно начну поиски. I'm glad I can count on you. Oh, and one other thing. The patrols each had a holotape detailing their missions that you can use to track them. The shielding of the bunker prevents us from actively tracking them, but their positions should show up on your map once you get to the surface. Should our worst fears become realized, please bring back all three of the holotapes from the patrols. Otherwise, bring our brothers home. I've given the order that you be given access to some of the equipment да. The patrols have scavenged over the years. Интересно. Any prohibited equipment, but hopefully some of what's available will prove useful to you. Так, и где мне снаряжение найти? Привет. Hard knows his life to Macmar. That's why he won't challenge him outright. У тебя все-таки Гаусска, да? Да, винтовка Гаусса. Такая броня, конечно. С винтелем на заднем, на спине. Прикольно, прикольно смотрится. Ну, конечно, винтель все убивает. So, you're the outsider that's been given leave to wander around freely. Desperate times call for desperate measures, I guess. Name's Hardin. I'm the head paladin of this chapter, and I think we might be able to help each other out. I don't know what the Elder talked to you about, but I can tell you this chapter is in trouble, and he's at the center of it. Are you willing to listen to what I have to say? С чем мне тебе доверять? Why should you trust the Elder? I'd recommend listening to both of us and choosing whom to trust for yourself. So are you willing to listen? Выкладывай. As you may have already heard, this entire base is under a state of lockdown. No one goes out except small patrols at night. Most of the chapter has been sealed in here for years. And those few who were outside when the lockdown was initiated are forbidden from returning. Morale has plummeted as time has gone by. And many of our current paladins haven't seen combat outside of training simulations. And all because of the Elder's explicit order that no one be allowed in or out. The only way things will change is if a new Elder is installed. С самим старейшином ты не пробовал поговорить? Of course I have, many times in fact. The Elder has an open door policy and will listen to advice on any subject save this one. He refuses to see that our isolation is slowly weakening us. Aside from being our duty, going out on missions is what kept us strong. And because he fails to see that, he must be replaced. А как же Вероника? Она вроде свободно приходит и уходит.
Veronica's a special case. She handles the procurement of supplies. If we didn't let her and those like her back in, we'd all starve. If the Elder could manage it, he'd shut them out as well. And all in the name of security. Which is why we need to replace him. Ну и как понимаю, новым старейшим будешь ты. I would. I'm the senior most paladin in the chapter. And have more combat experience than any two others here put together. I'd gladly support another candidate. But no one has the courage to step forward and make the attempt. So it falls to me. I would put this chapter back on the right path. If I could just assume leadership. И как ты предлагаешь это сделать? I don't know. I've gone through our records dozens of times looking for a precedent regarding the dismissal of an elder and come up with nothing. The people who are most likely to know how it could be done are also some of McNamara's strongest supporters. So they refuse to help me. Which is why we're having this conversation. An outsider such as yourself would arouse less suspicion asking questions about such matters. The fact that the elder has some tasks for you means his faithful won't suspect you. And you have a line open to the man himself. In short, you're in a perfect position to help me. Will you at least think about it? Если я тебе помогу, что мне с этого будет? If I become elder, the lockdown will be lifted, and we'll once again be able to send patrols out into the wastes. We'll become powerful again. And when that happens, it will be good to have the Brotherhood as an ally. Good enough? Ладно, поглядим, что я смогу сделать. That'll have to do. I'd recommend going to see Ramos first. As head of security, he's more familiar with our protocols than anyone else here. You could also try to find something relevant in our data store, though last I heard Scribe Ibsen is having a bit of a problem accessing it. And if McNamara should give you any tasks, I'd ask that you kept me abreast of them. Report anything you find to me, and we'll move from there. I'd slap him around, but he stood at my parents' wedding. Plus, he used to make excuses to get me out of my punishment when I'd slept through Head Scribe Taggart's lectures. Figure I owe him for that. He means well. Ну, а тебе не кажется, что он может быть прав? Хотя, кто может быть прав? Это имеется в виду... Нет, скорее всего, это паладин, глава паладинов. Have you considered that he might be senile? The Brotherhood's strategy for survival worked back when we had a larger force and no organized enemies. We're a tiny splinter from a shrinking group. We don't take on new members, but we're still picking fights with the big boys. Ну, а, конечно, благие намерения не оправдывают того, что брат студит на смерть. No, but it does make it easier to forgive him. He's just misguided. It's not too late to change his mind. Ну, вы, старейшина, вообще будет тебя слушать? He's a stubborn old man, but when it comes down to it, he's got our best interests at heart. If he sees some indisputable sign we're on the wrong course, he won't ignore it. И что же мы можем принести, чтобы он передумал? I don't know. I don't know. We need something that shows the Brotherhood will fail, or that it can do better a different way. The only thing that gets attention is technology. Maybe Father Elijah had the right idea. Отец Элайджа? Our elder before McNamara. He had a nose for recovering lost technology. He'd send scribes out into the desert chasing whatever leads he found. There were a few he only trusted me with. I can think of at least one that'd prove my point, if it still exists. There's a comm terminal not too far from here I'd use to access messages from him. If we go there, I can pull up his research on it. Так чё ж ты хочешь добиться? That's my question to the elder. All these years, the Brotherhood has collected weapons technology. And for what? To keep it out of people's hands? That clearly hasn't worked. To defend ourselves? We can't compete with the NCR's numbers, or the Legion's. We're fighting a war for a lost cause. If we're gonna survive, we have to find a role in society, attract new members. И как ты предлагаешь это сделать? Look at the followers of the Apocalypse. They use their expertise to improve people's lives. They train them to be self-sufficient. That expertise cultivates respect and gratitude, spreads their ideals, draws talent to their cause. They make friends like we make enemies. But they don't know a fraction of what we know. If we took on their role, we could stand up to anyone. We wouldn't have to hide. Okay, ну что ж, пошли. Being around here isn't the same anymore. Что? Вы-то еще кто такие? What is this?
Veronica brings an outsider into our home, then has a private audience with the Elder? The two of you may have the Elder fooled, but we know better. Veronica has always twisted the Founder's principles to her own ends. We will not stand idly by and allow her to corrupt our Elder's thinking. You're drilled, Veronica. It's dangerous outside. Да вы охренели. Just because I love them, doesn't mean some of them aren't assholes. Итак, и у нас три, в общем-то, за три пути развития этого квеста. Убедите старейшину, что они ведут, в общем-то, браться стали по неверному пути, оставить все как есть, либо посадить на место старейшина другого, который поможет брасу стали стать силой. Я бы, конечно, склонялся бы именно к третьему варианту, но, ребят, как-то... Я вот не знаю. Does Ramos know you're walking around without a guard? Да, знает, знает. На что тут такого? I've important work to do, so no time to talk. Какая у тебя интересная рукавичка. Это у нас кто такой? Look, this isn't a great time. Oh, what the hell? It's not like we're making any progress. I'm Ibsen, and I hope your day is going better than mine is. А, что-то не так? Yeah, I'm in charge of keeping this data system up and running, but accessing it is a little touch and go at the moment. Почему? One of our exploratory patrols, back when we had exploratory patrols, found a data disk in some ruins out in the waste. Well, we finally got around to cataloging the damn thing and got shut out of our own data store the second it loaded. Turns out it had a virus on it. Вирус? Yeah, some pre-war jackass with too much time on his hands apparently decided to inflict his misery on those around him. It's scrambling all the terminals here at the moment. Luckily, we only use this section for storing historical data. Я чем-то могу помочь? I suppose it couldn't hurt to get another pair of eyes on this. Maybe you'll be able to come up with something coming at it fresh. While the entire system is infected, the virus itself is spread across three terminals. The problem is that it keeps moving periodically. We'll have it nailed down in a terminal or two, only to have it jump to another set of terminals before we locate the third. Черт, мне надо науку качать. Что мне нужно сделать? You'll need to locate it on three different terminals in this area in 1 minute. Any longer and it'll jump, and you'll have to start all over. Locating the virus would probably be nearly impossible. But the pompous little bastard that wrote it made things a little easier for us. Normally, terminals infected by the virus just display gibberish. But we found that terminals the virus moved to had some real data passed to them. We were able to decrypt the data and discovered that it was just messages from the virus's writer taunting his victims. When you find terminals with those messages, lock them down and move on. Find three of them before the virus jumps, and we'll wipe the damn thing. Okay, я попытаюсь. Best of luck to you. I'll tell the others to take a break so they don't get in your way. Oh, and I'll keep track of when it jumps for you. To maximize your chances, wait for my signal before you begin. Угу. Итак, ребят, и нам надо бы найти чертов вирус. You're being watched, so don't get any ideas. Так, сейф. И попробуем, давайте. Доступ к данным. Не то. Так, вирус перепрыгнул. Доступ к данным. Блин, вырезаюсь. Ага, изолирует вирус. Изоляция подтверждена. Нам надо бегать просто от одного терминала к другому и искать те, которые исправны. И изолировать их. Да-да-да, 10 секунд. Черт. Не успею. Hello, outsider. Иди нафиг, ты уж скажи там, получился или же нет. Часики тикают, изолирован. Hey. Что за эй? Да, тут немного надо побегать. Причем еще он ведь никаких даже системных, никакой системы не делает. На какие компы прыгает, на какие нет, по-моему.
Так, нет, нет, нет. Надо проверить те, где мы уже были. Нет. Тоже нет. А, я не мешайся. Ну и что, где этот чертов идиот? Где-то яйцеголовый. Яйцеголовый. Did you want to try isolating the virus? Да. Ну что ж, поехали, наверное. Нет. Тоже нет. Да, только что перепрыгнул. Нет. Нет. Часики тикают, изолировать. А, дьявол. Нет. Тоже нет. Вероника, уйди. Ты мне мешаешься. Нет. Их мне прокачать бы немного науку бы. Упс. Изолировать. На самом деле, тут, думаю, все будешь построено именно на удачу. Черт. И последний, кстати, остался же. Так, один был на этом. На, в середине два других где-то, значит, по краям должны быть. Так. Да. Просто хватит задавать глупые вопросы. Окей, погнали. А, Вероника, подвинься. А, нет, кстати, я ошибся, значит, все-таки нет. Он, наверное, давно на три компа прыгает. Не успеваю, не успеваю. Часики тикают, раз. Два. Нет. Три. Все. Да, чертов вирус. You actually did it. If you don't mind my saying so, I didn't think you had a chance in hell of pulling it off. But I'm glad to be wrong for once. Thank you, my friend. Please feel free to access the data store at your leisure. I'm only allowed to give you access to non-classified topics, but it's better than nothing, right? Но система отлажена, так что ты подумаешь по поводу планов Хардина сместить. Какие данные хранятся в инфосфере, в инфосистеме? All kinds of things. There was already information regarding the layout and systems of this bunker. But we've since added our own data as well. Prior to the lockdown, we had extensively scouted the surrounding area and compiled dossiers on nearby points of interest. А как получить их другим разделам инфосистемы? Well, you'd have to get a senior level member of the chapter to unlock a topic for you. I've given you access to what I can, but that's not much. The majority of topics fall under Ramos's aegis, since they'd constitute a security risk. Good luck getting anything out of him. You might have better luck with another member of the senior staff. Try talking to them about it. Окей. Ну что же, мне пора пока что. Пока. Братство Стали. Что у вас тут находится?
Yes, what is it? А ты кто такой? Ah, the outsider. I suppose it's too much to ask that jarhead Ramos to keep outsiders away from my research. I am head scribe Taggart, and I am much too busy to deal with the likes of you right now. Какой ты недружелюбный друг, друг мой. А ты кто такая, что тебе странные волосы? Yeah? Расскажи мне о себе. Well, like just about everyone else here, I grew up in the Brotherhood. My father was a scribe, and my mother a paladin. Не, на кого ты будешь похожа, на мать или на отца? I don't know. I'm a little like both of them, I guess. If I had to choose, I really don't know which I'd pick. That's a question I've been asked a lot lately, since it's something I have to decide for myself soon. Что мне теперь придется решать? I'm currently an apprentice in the Brotherhood, and recently became eligible for journeyman status. But first, I have to decide which order I want to join. The knights or the scribes? Расскажи мне про рыцарей. Knights are in charge of all of our equipment. Power armor, gatling lasers, you name it. All of it built and maintained by knights. Knights also get to go out on patrols, scouting assignments, and support the paladins in offensive operations. Being a knight would mean getting to see more of the world, fight the Brotherhood's enemies, and possibly someday become a paladin like my mother. А что такое с компьютерами? It's our virtual reality training hall. О, то есть виртуальное помещение? Ты сказал больше, то есть раньше братство чаще выходили наружу? Yeah, a lot more. Back when we were at the Helio station. Oh, I'm pretty sure I'm not supposed to. Задание? Что? Especially with outsiders. So forget you just heard that, okay? Ну ладно, мне пора. Later. Subject E, diagnosis complete. Begin recording. Эд? My name is Whitley. I'm a researcher at Adams Air Force Base. Until recently, I was in charge of the DiraFrame reinforcement project for the combat model iBots. Продолжить? iBot DiraFrame Subject E is both the prototype and the last functional model in this test group. I was prepared to make several significant upgrades to the machines. However, as the project was cancelled and all DiraFrame assets are being diverted to Hellfire Armor, I am sending this model to the Navarro outpost. Продолжить. If you're listening to this log from one of our Enclave outposts in Chicago, give this unit whatever repairs it needs so it can continue to Navarro. Oh, Navarro. Still hiding that hair of yours, Veronica. Ну что же, ребят. И я думаю, на этом будем завершать сегодняшнюю серию. Мы попали в Братство Стали, мы помогли им разобраться с чертовым вирусом, который повредил их компьютеры, и у нас тяжел выбор, по какому пути дальше направить само Братство Стали. Хотя мы не можем, нас не могут ли поучить немножко виртуальному тренингу? Нет? Наверное, нет. Очень сложно. Ух, блин, самоуничтожение, нафиг! Терминал самоуничтожения, нафиг, нафиг, нафиг! Ладно, пока я его не потрогаю вновь. Все-таки красная кнопочка. О, притягательно. Потрогать пульс уничтожения. Мы будем завершать серию. Так что, ребят, с вами был Хайди. Ставьте лайки, подписывайтесь за эти друзей. И, конечно же, комментируйте видео. Ну а пока, всем пока, ребят. И до новых рывов.